HydroVision Russia has been fantastic this year. In Eugenie Dodds' keynote. Выставка HydroVision Russia в этом году была фантастической. В прошлом году мы провели это мероприятие в качестве нового проекта в рамках выставки Russia Power, и этот проект растет и набирает потенциал. В своем основном выступлении Евгений Дод объявил, что Русгидро имеет обязательства на миллионы долларов по модернизации на ближайшее будущее. И это огромные возможности для поставщиков материалов и оборудования, для людей, желающих работать в России, научиться у русских, совместно использовать свои технологии и опыт. Мы просто в восторге от перспектив HydroVision Russia. Для нас основной интерес участия в этой выставке заключается в том, что как сама индустрия, так и российский рынок гидроэнергетики представляет очень большой интерес. Очень большие возможности для развития заключаются в российских гидроресурсах. То есть участие в этой выставке отвечает нашим интересам глобального развития бизнеса в России. Как глобальная корпорация, которая имеет представительство во многих странах мира, мы еще до сих пор не имеем никакого представительства в России, которое, как все знают, это большой маркет для гидроэнергетики. И в этом случае мы решили открыть какой-то офис, чтобы как-то репрезентацию свою показать в России. Это наше начало, и мы надеемся, мы имеем большие надежды на это, что это будет развиваться больше и больше. We are quite happy with the result so far. В целом мы очень удовлетворены таким результатом, так как это было хорошим способом приближения к рынку. Отличное установление контактов. А еще здесь мы смогли встретить множество потенциальных клиентов, но главное на самом деле здесь — это сам факт налаживания контактов и поиск потенциальных клиентов. По показателям конференции посещаемость была отличной. Блестящие публикации, настоящие возможности по обмену технологическими решениями в России и по всему миру. С точки зрения вот качества докладов, которые были представлены, они, конечно, это новейшие достижения в области науки, технологий, производства энергетики, чистой энергетики. Поэтому вот контакты, которые там были на конференции, на выставке, они помогают развитию такой чистой энергетики, которая является вот гидроэнергетикой. I happen to participate in HydroVision in the USA almost every year. Я думаю, что посещаемость очень даже хорошая. Много людей, интересные темы, затрагивается довольно много тем, которые касаются развития гидроэнергетики в России и, конечно, в других местах. У меня были некоторые сомнения по поводу того, что это будет проводиться на двух языках одновременно, но перевод очень и очень эффективный. Переводчики очень хорошо работают. В этом году мы видели старт HydroVision Russia как выставки. В прошлом году мы начинали с павильона, и мы удвоили свои площади в гидроэнергетическом секторе по сравнению с прошлым показом. И, безусловно, надо сказать спасибо Русгидро за это. Та поддержка, которую основная компания в гидроэнергетике в России оказала этому мероприятию, просто потрясающая. Участники выставки были очень счастливы и уже взяли на себя обязательство принять участие в выставке на следующий год. Это участие растет и становится важным фактором в общем успехи выставок Russia Power и HydroVision, которые мы проводим здесь.